Здравствуйте, друзья и гости моего канала. С вами Наталья на канале Сад своими руками. Сегодня мне хочется познакомить вас с таким замечательным растением, как арабис. Это растение многолетнее, почвопокровное. Им очень хорошо украшать водоемы, альпийские горки. У себя, как видите, я посадила у пруда. Разрастается оно очень хорошо, цветет весной, продолжительное время. Сейчас я подойду поближе. Арабис очень ароматный. Пахнет медом. Аромат, наверное, такой же, как у алиссума. Цветение обильное. Белоснежный ковер. Смотрится очень красиво. Если вы посадите арабис на своем участке, вы не пожалеете. Спасибо всем за внимание.